знаете, мы сняли дом за городом, и я не виновата, что мой поезд задержали. Может, вызовете такси? Что? У вас плохо со слухом? И как тебе дом? У тебя есть пароль от Wi-Fi? Господи, привет. Мой парень снял этот дом на Airbnb. Я арендовал этот дом первым. Что? Да, да, мне все нравится. Он снял для нас дом за городом, а сам не приехал. Не думаю, что он это нарочно. Сменим тему. Как тебе дом? Уютно, кстати, я тут не одна. А с кем? С каким-то парнем. О, боже, извини! Извини. Нет, такое могло случиться только с тобой. Не помню, когда в последний раз ел эту дрянь. В детстве было вкуснее. Серьезно? Обычно я так не выгляжу. Я наношу макияж. Тебе не нужна косметика. Не уверена, что хочу быть с тем, кто не хочет быть со мной, особенно в такое время. Главное постараться обрести что-то вроде счастья. Так почему не делать то, что хочется? Какая разница? Чарли. Да? Может, караоке? Ни за что. Мы должны особенно заботиться друг о друге. Я бы спрятался тут. Вы кто? Посмотри, что творится, все рушится. Но наши отношения зачем рушить? Эй, уезжаешь? Одинокие вместе.